Здравствуйте, друзья! Мы недавно сделали сюжет, вот буквально пару часов назад, про последний обед в Испании. А сейчас у нас будет последний ужин. Тут это боулинг тут рядом, вот эта молодежь ходит. Тут большая группа, они сейчас будут в боулинг играть. Я вам сейчас покажу, как это... Ну, я немножко сбоку, но вот они вот там. Вот там у них боулинг. Они тут ходят большой группой, а мы вот тут, вот в этом, как он там называется, бар. Вот в этом баре я пока чаек, пробиваюсь чайком, вот тут Светлана ждет, и я жду, мы заказали там покушать. И вот немножко ушли мы от океана, потому что наша привычка обедать у океана приводит к тому, что там... как бы за те же деньги, или, может быть, даже за большее, нет такого качества еды, как вот, допустим, поглубже немножко. То есть здесь они должны брать качеством. И мы вот пришли за качеством. Так что, друзья, прощаемся. Прощаемся с Испанией. Друзья, это салат, который Светлана взяла. Но она хотела к салату рыбки. И поэтому она взяла вот такой бутерброд с рыбкой. Слушай, а тут на хлебе что-то вот... Намазано, ну придется пожертвовать. Пожертвуем, да. Значит, хлебом мы с помазанным пожертвуем, а рыбку заберем и положим ее к салату. Да, Свет? Да. Это задумка такая была. Что, ты сейчас будешь переносить рыбку? Да. Давай, покажи. Покажи, как ты это сделаешь. А я жду, что мне принесут. А хлеб теплый. Теплый. А тут рыба не просто, она лежит на овощах. С помидорчиками там тоже, да? Да. Тут рыбы-то так. Не так много. Ой. Рыбки, да. Ну, хлеб, значит, друзья, надо учиться не доедать. А то, знаете, как говорят, пока не съешь, все, из-за стола не встанешь. Это не наш путь. Надо сказать, что это, пожалуй, первое место, где мы в Испании встретили, чтобы кетчуп стоял на столе. И тут даже горчичка. Но дело в том, что когда вы посмотрели бы меню, а меню такое, знаете, картинки, и под каждой картинкой там на 5-6 языках написано, что это. Так вот, за исключением того, что вы видите у Светланы, и того, что взял я, сейчас подойдет, там всюду картошечка фри. А вот мое скромненькое, видите, два кусочка рыбки, салатик, лимончик. Мы сейчас лимончиком опрыскаем салатик. Я даже не знаю, стоит ли маслом поливать. Свет, как считаешь? Маслицем, да? Ладно. Сейчас польем. Ну что, поливаем так чуть-чуть, не сильно, не злоупотребляем. Нужны калории, ну что я без калорий-то на одной траве-то как? Вот, и приступаем к трапезе. Покушали. Свет, нормально поели? Хорошо, хорошо. Я очень доволен и салатом, и рыбкой. Очень-очень хорошо все получилось. Thank you very much. Куда мы двигаемся? Ну, давай зайдем. Ладно, все, друзья, мы поели, и на этом наш репортаж съедобный заканчиваем.